Уехали рыбаки, да? С утра были рыбаки, да? Ну, а на двух лодках плавали. Угу. Видишь, дождь пошел. Дождь пошел. Моросит такой мелкий-мелкий дождик. Вот так вот рыба прячется. Ну, иногда это льет дальше, дождь очень хорошо. Но это как есть бредет. Как захочет рыба, так и клюнет. Да. Когда он помнит, дождь пошел в баках, я говорю, одну за одной, весь мокрый, она клюет. Какие караси хорошие. Ну. Где барсуки? Так и не было их. Кого? Тимки, Димки. Димка был. Димка был. А Тимофея нет уже, да? Сколько дней? Вчера он был. По-моему. Вчера был Тимофей, я его не видела. Был. Пришел, покушал и ушел, наверное, всех да? Утром, всех утром покормил. Не, он посидел тут с Митяем. И свалил. Где же он ошибается, интересно? Вторая хоть ручная. Там выше, наверное. Где брошенный дом? Ты думаешь? А, ну, он оттуда ходит. А там, не знаю, не оттуда ходит. Он отовсюду ходит? Отовсюду ходит. Ну, ну он сам по себе. Да. Ну, да и ладно. Он знает, что сюда придет, всегда покушает. Да. Ладно. Только с неба дождя, нет нафиг. Пожелтели березки, только были зеленые. Вот еще дня три назад, да, Лешек? Они похожи, знаешь, на что все? На что? На укроп. На укроп? Ну, видишь, какие сверху. У Лешика такие сравнения. Ивы похожи на брокколи. А эти похожи на укроп. Ну да, верхушки желтые, да? Как будто зонтики укропные. Березовый укроп. Березовый укроп. Что, опять на весь день будет? Да? Не знаю. Как захочет, Лешик. А мы сейчас пойдем распаковывать посылку. Да? Да. Посмотрим. Китайскую. Китайскую? Да. В конце огорода весна, видишь, в конце огорода. Весна в конце огорода? Травка зеленая. Да. Ну да, на газоне что-то она желтая. А там зеленая вокруг. Там другая трава. Ну, понятное дело, там другой сорт. Да. Хотя, нет, вот которую мы посеяли в этом году, она такая же, спортивная. Вот. Спортивный газон. Как и здесь сеяли, здесь тоже спортивный. Можжевельник мой принялся. Все равно хорошо на улице. Скажи. Интересно. Здорово, да? Не в городе. О. Ну, я побрился. Ты побрился? Ну, надо. Конечно. Кепку поменял. А то про Лешка сказали, что он похож на армянина в той кепке. Шашлычник. Да, вылитый шашлычник. Ничего, а если аэродром надеть, то точно. Лешек даже не умеет ни квасить, ни жарить шашлык вообще. Я его не любить. И в роду у него нет никого из ни армян, никого. Лиц кавказской национальности. Нет. Все чисто русские. Может, где-то были турки? Может, где-то далеко-далеко, да. Ну, деда звали Дед Мороз. Почему? А он турка заморозил в погребе. Турка? Турка. Где он его взял, турка? Ну, они же там были, в Украине, турки. Ну, а дед при чем? А дед? Ну, там он зашел, он его закрыл. Или прадед, до Белгорода дошли, нет, да? Это когда было еще? Османская империя наша какая была? Ой-ой-ой. А, в Османскую империю еще? Может быть, да, но почему-то деда звали Дед Мороз. И все говорили, что он турка заморозил? Ну, может, его прадед. Там же там такие погреба, ты что там, колотун. Там вниз метров 5, наверное, погреба. Так у тебя корни еще, может, из Украины, Лешек? Может быть.
Но она же рядом была. Ну, так ты, может, хохол совсем. Ну, могут быть. О! Могу быть. Мы с тобой два хохла. Давай. Украинцы. Для кого-то, может, обидно это слово. Мне раньше тоже, я когда только приехала в Москву, так обидно было, когда меня называли хохлушкой. А потом как там? Как курочку, да? Да. Ну, а что? Это такое, мне кажется, совсем даже не обидное, да, как нет, прозвище. Белорусы кто? Белорусы, бульбаши. Россиян называют у нас кацапами. Ага, да, слышал. Не знаю почему. Да. А мы хохлы. Да. Ну и что? Да, Лёшик? Да. Хохлушка и кацапушка. Да, да. Да, да. Вон Сойка, здоровый. Он приходит. Ходит, что-то ищет. Где она, Сойка? Да. Вон она, Сойка, там прыгает. Что-то ищет. Клюв какой здоровый. Угу. Дятел стучит. Да нет, это капает. Ладно, пойдем. Пойдем распаковывать посылку. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ребята, ну что? Вот такая вот у нас посылка из Китая. Такие здоровые. Ты, Лешек, будешь распечатать? Да какая разница? Давай. Что это, торт, что ли? А! Раз это не торт, значит, мне интересно. Пицца, пицца. Пицца, да, как пицца, да? А, тут вот еще нормально. Вот. Так, вроде все. Ребята, красота какая! Здесь упаковка больше. Вот, ребята, что у нас? Обработаем спиртиком. Я сейчас заплачу. Китай. Китай. Все обработаем. Какая красота, гляньте, у вас перед глазами. О, а? Фу, запахло спиртным. Да. Гляньте. Это часы. Это часы на камин. Как на Спасской башне. Гляньте, как запакованы. Так, надо их посмотреть. Сейчас надо и с этой стороны пропшикать. Да. Скажи, блин. Все, 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 все. Это у меня бутылочка от котам мы покупали. От учитель. Вот, так, сейчас снимем вот эту вот. Ну, я думаю, все нормально теперь будет. Они мне нравятся, ребята. Они мне нравятся. Тут еще секунду стрелка. Значит, батарейки надо, да? А, батарейку. Батарейку надо? А, да, батарейку надо вставить. А есть у нас батарейка? А ну-ка, Лешек, давай. Ой. Это часы для камина. Чуть выше поднять. Вот так. О. Головы не видно. Моей. Ну ладно. Главное, видно часы. Эти часы мы купили в складчину с Любой Кудряшовой. Люба прислала нам денежку. Вот, мы доложили, и вот я заказала часы. Па-па-па-па-па-па-па. А ну-ка, Лешек.
Без сначала очков. Пымпочку вставляют. Без очков не вижу нифига. Ну-ка одень очки-то. Не идут? Нет. Дай очки, пожалуйста. Здесь секундной стрелки нет, Лёшек. Да, здесь нет. Только нету. Нет. Здесь только две стрелки. Да, часы и минуты. Ага. Нет, плюс. Ну-ка, смотри. Вот так. Ну. Тикают? Тикают. Вот так тихо? Ну да. Да. Да нет, ничего, они не тикают. Правильно. Не тикают они. Вон тикают, что-то не слышишь? Что-то там скребется. Ну. Что, думаешь, тикают? Конечно. Ну ладно, посмотрим. А ну идем примеряем. Пойдем. Ну, сейчас поставим. Если так тихо тикают, это вообще отлично. Тебе нравится, Лёшек? Угу. Часы в диаметре 40 сантиметров. Кошмар. Вот так вот будет. Ой, как здорово, Лёшик. На этот кирпич, да? Как классно. Вот, я думаю, может, между кирпичами? Нельзя. Почему? Ну ты что? А чё нельзя между кирпичами? Ну гипер я буду забивать, он выскочит. А, он выскочит? Всё развалит и всё. Да, надо сверлить в этом, да, в кирпиче? Конечно. Ну давай. А ну подожди, давай еще примерим. Может, ниже чуть их опустить? Эй! Кулема! Все вот это вот выкинуть? Почему? Он пишет. С той стороны пишет. А-а-а. Дырочку надо. Надо карандашик. Где у нас карандашик? Не знаю. Тут все есть. Но вот то, чего надо, нету. Ну, да, это же не карандаш. Дырочку. Как сейчас ты сделаешь дырочку? Вот есть у меня такая отмечалка. На. У людей идут, а я вот сюда поставила, они уже здесь. Ну, сейчас посмотрим. Давай. Надо размерить середину, господи. Ну, вот же середина. Вот идет середина. Вот. Вот выше середины. Да. Ну подожди, ты приложи, я посмотрю, может их ниже опустить, не так высоко. Может быть даже и вот так. А ну выше, вот на тот кирпич. Достанешь? Нет, ниже давай. Вот так, да. Угу. Ну, идут, по идее, вон сколько уже прошло времени. Сюда ставила, она уже здесь. Что, 5 минут уже прошли? 46, да. А-а-а. Так тихо, да. Что невозможно даже услышать. Ну, да. Ничего себе. Часы металлические. Вот, и здесь тоже все. Конечно, вставка вот эта вот, как обычно, пластиковая. Вот, но я думаю, у нас камин не будет нагреваться прям уж так. Но если будут нагреваться, то можно подложить туда кусочек асбеста или
пластика или я не знаю чего. Какой-то кусочек можно будет положить. Ну, здесь не будут нагреваться, потому что там внутри стоит труба, сэндвич-труба. То есть она изолированная, такая вот теплоизолированная. Класс, часы. Боже, как они мне нравятся. Любочка, спасибо тебе. Люба Кудряшова, спасибо большое. Вот, будет памятно. Пока Лёшек пошел, хочу показать свое вязание. Начала вязать, руки чешутся, начала вязать. Вот такая будет подушка. Подушечка диванная. Вот такая вот. Ну, это еще как бы не совсем до конца, но уже почти до конца. Ниточка кончилась у меня, надо привязать другую ниточку. Вот. Сейчас пока ниток нет у меня, так, чтобы начать вязать что-нибудь, шаль там. Вот такую шаль хочу связать. Закажу. С понедельника закажу ниточки. Сейчас будут сыпаться, да, Лёшек? Сейчас я подержу это. Немножко. Маленькая дрель у нас не взяла кирпичи. Да это шуруповерт, это не дрель. А, это шуруповерт? А, ну так это тем это... более. Нет, он возьмет, но дерево. Он не возьмет. Лёшек сейчас большой дрелью просверлит. А дюпеля есть у нас? Все есть. Все есть у нас. Вот так вот. Купили мы лампочки поярче. Вот. Но все равно как-то немножко темновато. Ну да и ладно. Зачем нам яркий свет? Что, мы читаем, что ли? Да, Лешек? Мы только пишем. О, блин. Что такое? Все нормально? Там переключается, что? Да. Ого. Ничего себе, кирпич. Это каленый, блин. Нифига. Да. Вообще не сверлит. А что же делать, Лёша? Сейчас будем перфоратор принесем. Вообще только чуть содрала эту. Перфоратор сейчас принесем. А если камин развалится от перфоратора? Да не должен. Ой, не могу. Вот это да, вот это кирпич, ребята. Вот этим вот аппаратом только удалось просверлить перфоратор, да, дырку, отверстие. Вот такая вот петрушка. Вот, да? Такая вот петрушка, да. Ничего не берет. О, какой кирпич, оказывается, делает, да? Ну, наверное, обожженный. Может быть. Или что такое? Где агрегат? Вот. Идут часы. Блин, что-то отстают они. Уже 12 часов. Отстают? Mm-hmm. Не, просто их надо сначала. Они же стояли лицом туда, к этому, и стрелка цеплялась за кресло. Что это, наверное? Вот.
Вот так, немножко надо это. Ага. Не, не туда, наоборот. Еще даже чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. О. Будем смотреть. Конечно, если бы была стрелка Лиза секундная, было бы, конечно, лучше, чтобы она бегала вот так вот. Да ну, скучай. Вокруг. Не надо, пускай так. Вот ну, такой что, вот красиво. У нас теперь камин. Красиво. Правда? Да. Вот. Сейчас здесь очаг нарисовать. Лиза! Замолчи. Цена часов 1700 рублей. О! Да. И вот теперь посмотрите, мне там вот писали тоже по поводу вот этого ободка, карниза. А посмотрите теперь, как сочетается и балки, и карниз, и часы. Вот. Мне очень нравится вообще. Пора топить камин. Но на улице еще жарко. Жарко. Ну, не жарко в смысле, а еще тепло. О, пока. Идут. Идут, да, идут. Нет, я так прислушалась, ребята, но это я еще таких тихих часов не встречала. Скажи, Лешек, да? Разве что только электронные. Вообще не слышно, как тикают. Даже вот ухо поднесешь, и еле-еле что-то там слышно. Вот и перфоратор пригодился. А я думал, он здесь не нужен. Лешек, все со временем пригодится. Это деревня. Вот даже дырявый спанбонд нам бы пригодился. Кто? Спанбонд этот. Ну, укрывной материал, который на огурцах был. А мы его выбросили. Ну. Вот, видишь? Не судьба. Да, и тут уже вот 5 минут. Лешек стал на, ставил на 2 минуты. Уже потерял 5 минут. 4. Ну, 4. Ну, если посмотреть вот отсюда, вот так вот, то 4. 4. Если прямо стать. Угу. Класс, ребята. Я довольна. Мне очень нравится. Да, красиво. Ага. Вообще. Красиво. Все, теперь я спокойна. Теперь вот может Серега, если приедет, сделает нам полку сюда, деревянную. Чтобы мог на камин. Ну вот, чтобы не кирпич был, а вот здесь, вот сюда. Такую деревянную полку вот так и так вот. Она будет, может, немножко пошире, и на нее можно будет что-то поставить. Ага. А потом, вот, когда жар будет сюда идти, еще с твоей полкой станет. Да чего жар будет туда идти? У всех стоят деревянные полки, и ничего не случается. Жар будет идти. Какой жар? Класс.